Военные разных возрастов и званий собрались на торжественный праздник. Генерал-лейтенант Анатолий Бирюлькин служению Отечеству посвятил всю жизнь. В летном училище обучался вместе со знаменитым Юрием Гагариным. Но с космосом судьбу не связал. Выбрал ВДВ и твердо уверен, армию должен пройти каждый мужчина. Армия дает настоящую закалку мужчины. Пройти армию – это получить школу мужика, быть мужиком. Перед самарскими военными стоят большие задачи. Вторая гвардейская армия обновляет технику и оружие, проводит учения. С наступающим праздником военных поздравил губернатор области. Николай Меркушкин выразил слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тем солдатам, которые сейчас служат Родине. Глава региона подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и сообщил, что в области будет открыт новый космический кадетский корпус. Для нас исключительно важно военно-космический. Он будет нас еще дополнительно усилять или делать Самару столицей военно-космических сил или космической столицей нашей страны. И важно, что там будут ребятишки не только учиться защищать Отечество, но они будут получать очень глубокие знания. За многолетний труд во благо земли Самарской ветераны и действующие военные получили заслуженные награды. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.